Деревня Березки встречает будущих жителей. Каждый земельный надел 10-15 соток. Такие участки могут получить семьи с тремя и более детьми. Выезд получается очень интересный. Очень много вопросов от многодетных семей спрашивают. Конечно же, вопросы связаны с освоением земли, вот, и с коммуникациями, дорогами, которые, вопросы, которые предстоит решать в будущем. Сейчас вопрос только о предоставлении. У каждой многодетной семьи свои приоритеты в решении жилищного вопроса. У нас пятеро детей, многодетная семья, самому мелкому 4, старшим 20. Для нашей семьи самый лучший вариант был бы Березки, ну, вот то, что мы, где мы находимся. Приоритетно то, что я вижу пеньки покорчевать, чтобы был подъезд нормальный, ну, чтобы была канализация. Ну, естественно, как нам сказали, что здесь освещение, электричество уже можно подводить каким-то льготным ценам. То есть это уже хорошо. У нас с мужем трое деток. Вот, естественно, хотелось бы получить участок в черте города, потому что у нас детки еще учатся в школе, младший пойдет в садик, и чтобы доступность была к школе, естественно, к садику. 27 октября прошла жеребьевка, где определили, кому какой участок достанется. Всего их 44. Разыгрывали земли в Березках, Рыгино, Замятино, Майдарово и Мошницах. Практически все многодетные семьи остались довольны результатами жеребьевки. Администрация, в свою очередь, обещала оказывать им всяческую поддержку и содействие в обеспечении коммуникациями. Екатерина Фокичева, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».